Так, ну что ж, мы идем заселяться в стандартный номер отеля Titanic Palace. Вот, пожалуйста, показываю. Их декор, колонны, позолота, статуи обнаженной женщины, мужчины с копьями. Вот такие вот. Ну вот признак старого отеля, то, что это как раз огромный холл. Раньше строили, не экономили. Вот, видите, вот это облака, небо над головой. Хорошая. Вообще этот отель прошел. Ой, смотрите, какие напитки, не могу не снять. А? С яблоками. А вот, вообще этот отель сделал реновацию. Много что у них новое, помененное. Это видно даже уже невооруженным взглядом. Вон так магазины. Такое все, конечно, масштабное. Сама территория отеля небольшая, но так как два отеля, Альбатрос Палас и Альбатрос Бич рядом, то можно пользоваться, это преимущество этого отеля, двумя территориями. Так, смотрим. Здесь даже есть, смотрите, спуск. Ой, эскалатор! Да, эскалатор. Так, а мы туда, Левочка. Так, вон, видите? Так, везут наши чемоданы с игрушками, с купальниками. Левочка, тебе нравится? Очень нравится. Да, ну здорово. Будем купаться, будем? Да, сколько здесь, да? Интересного поразглядывать. Очень нравится. На аквагорках будем, Лева? Купаться будем в аквапарке? Вот видите, как огромные залы, конечно. Я, наверное, это первый отель, который с таким размахом, лобби и главное здание. То есть что-то я таких не помню в своей памяти. Так, идем к номеру. Идем за тобой, Левочка. Так. Так. Идем, идем. Вот эти какие-то таблички интересные. В стиле. Да что это на помойку-то, Лёва? Здрасте, нам всегда, как VIP-клиентам, дают очень хорошие номера. Вот так, шутник ты, а я потом на YouTube это выкладываю, Лёвочка. Так, проходим. Зачем без звука? Так, ключи. Смотрите. Продолжаем наш маршрут. Номер у нас 5331. Сразу вам сделаю обзор. Поэтому, если вам понравится номер, расположение, и вы приедете, можете воспользоваться этой информацией, прийти на ресепшн и сказать: мы точно знаем, что 5331 нам нравится. Дайте нам, пожалуйста, этот номер. Я, кстати, пытаюсь запоминать номера комнат, в которых я в отелях, да, посещаю. Не все помню, но поэтому, если вы смотрите какие-то обзоры, вам понравилось, запоминайте номера и при заселении спрашивайте такой номер. И если вам повезет, и он будет свободен, то вам его дадут. Так, что это мы дальше делаем? 5331. Наверх. Вау. Вот так вот. А лифта-то и нету. Будем сейчас все эти сумочки тащить наверх. Смотрите. Отель Альбатрос Пэлас. Здесь идем, смотрите, бассейн. Кусочек бассейна вам сейчас здесь сниму. Так. Мы поднимаемся.